всегда разные в этом, в жизни и в съемке на видео. Ну и то, и другое радует глаз. Это река Фонтанка. На Фонтанке ножки был. Сейчас мы, кстати, будем проплывать, где можно Фонтанку ножки. Остальные все гости нашего катера, немногочисленные, они заняты какой-то хуйней. Вот они орут, когда прикольно орать. Наверное. Наняли катер. У нас есть капитан. На катере мои друзья. А впереди Фонтанка. Вот сейчас слева за этим первым перед нами пароходиком там будет это Чижик-Пыжик, где ты был на Фонтанке, ножки был, там стоит памятник Чижик-Пыжик. А это Михайловский замок. Где Павла задушили шарфом с заговорщиком. Макс тоже снимает красоту вот эту вот. Слушай, ну правда красиво, блин. Едешь, смотришь, вообще ништяк. В тех местах вот этот Чижик памятник, если его опять не стащили, на который все деньги бросают, чтобы на постаменте Чижика деньги оставить. На Фонтанке уже Чижик-Пыжик, где ты был на Фонтанке, ножки мыл. Это вот здесь. Когда проплываешь по мосту и вот эти вот металлические конструкции моста, и потом раз ты выплываешь на мосту. А слева между прочим есть леса. Все, что вы хотели знать в Петербурге, то боялись сесть на кораблик, занять его и посмотреть. Я сказал, крути, да? Петербургское небо сегодня, белой ночью. Объяснить это невозможно, надо приехать в Петербург, занять лодочку, съездить на разу просто. Скажи мне, как петербуржец, а кто вот этот кран поставил прямо посреди Невы? Какая-то гонка, да? И тут прям тюленем лодка.
такой балкон? Вон тот балкон, видите, большой? Да. Вот в этом дворце сцена, значит, молодая аристократия спорит со старой. Да. Поехать на Ивану Потупину в Украине. Это уже чемпионат. Молодежь, естественно, топит, чтобы поехать. Знаешь, такой часть истории Петербурга. Да.